Привет, мои любимые, дорогие. Иду на море. Я вышла в то же время, что и мусорная машина, поэтому мне пришлось сойти вниз. И сейчас иду по той улице, по которой буду идти обратно. В церковь, вернее. Не обратно, Юля, у церковь. Покажу вам сейчас, как здесь все светится красиво. Видите? Все светится, все фонари на месте, никто ничего не выключает. Очень жарко, вы не представляете. Я сейчас иду, я уже вся мокра. Да, вот такой пляж Конья-Алты в 5:40. Светится все, но темно. Вы представляете, я сюда пришла, и как раз мусорная машина приехала. То есть они параллельно шли со мной, и я пришла. Ну, то есть мы шли бы как раз бы бок о бок. Даже я вам скажу, я... Нет, вот прям вместе. Опять вот эти реки, потоки. Я разулась, потому что у меня сандалии, знаете, будут мокрые. Они потом, кожа растягивается от того, что мокрые. И я его потом не... Все, последний сандалий растянулся. О чем? Иду сейчас босиком. 6:03. Уже самолет летит. Вы посмотрите на него. Не спится кому-то. Да, солнышка нет. 6:03 уже солнышка нет. Оно еще спит. Море, красота. Видите, вообще мало людей. А нет, уже да, есть. Да, вот уже полностью. Ну, не так много, конечно, как уже. Попозже начали все-таки приходить, потому что попрохладнее водичка стала. Да и так уже не позагораешь. Видите, какая красивая большая собака. А что мы так ходим там? А мы пьем водичку. Мне кажется, она с хлоркой там. Смотрите, девочки лодку притащили. Как это они сейчас будут это все вести к воде? Может, просто мальчики где-то еще не подошли? Да, у нас сегодня такая физкультура на Конья-Алты замечательная. Так стараются бабушки с дедушками. Такие разные движения. Молодцы. Ну, единственное, что очень близко друг к другу. Ну, что я могу сделать? Вы посмотрите, как мы сладко спим. Второй контролирует, понимаете? Виши сурмаки стерм, сис хергюн, буну дер сварьёрсун. Параллель бы, да? Бюджетли. Не когда? Бюджетан мене фаркал. Бурда си бейсерля сейф фаркал. А, фаркал олы. О, сизе гельмесы лазым, конушмасы. Дору. Да, это платные курсы. Нужно подходить и говорить с ним индивидуально, потому что плата разная. Просто постоянно, когда я иду, они всегда занимаются. И я хотела для вас спросить, возможно, кто-то в Анталии живет и захочет позаниматься. Ну, я не говорю сейчас, когда вирус нет, а вообще. Ну, потому что, ну, правильно ли ведут или нет, честно говоря, не знаю. Это вы будете смотреть сами. Я не хочу какой-то говорить тренер плохой, какой-то хороший. Я просто вижу, что разные группы. Все. То есть, и да, видите, занятие индивидуальное, и плата отличается. То есть нужно говорить. Мне кажется, если там мало человек, то больше плата. Если большая группа, то меньше. Ну, я так себе думаю. А возможно, зависит уже от количества часов, которые люди ходили, от того, какие... Сам урок из чего состоит, возможно, не знаю. Я когда вела танец живота, мне для всех была одинаковая плата. Единственное, что если это индивидуальный урок, конечно, это уже отличается. Всем привет! Это вечерний Калечи, такой шумный, машины не могут... О, смотрите, полетел. Ну, это редко я вижу, кстати. Может, один раз за неделю. Я вижу, что вот кто-то так летает. Машины не могут разойтись между собой. В кафешках сидят немножко людей, я там не могу снимать, потому что музыка вовсю гремит, и меня YouTube просто не пропустит, и все. Здесь, видите, закрылись коврички, и там тоже ковры. А может, они вечером просто закрываются? Хотя не думаю, они наоборот вечером открываются. Ну, после 12 где-то. Да, в Калечи до 12 еще ничего никто не продает, все спят. То есть где-то с 12 начиная, с 11. Котяра улегся. Все, знаете, сейчас выдохнули, потому что нет такой жары и можно идти. Вот я сюда шла, снимать невозможно, ты просто плывешь. Ой, смотрите, что такое было? Такие медведи, знаете, ушки такие, ушки на макушке. Да, вот уже после службы идешь, уже так, ой, даже подышать можно, даже нормально. Что днем просто варишься, духота сумасшедшая. Сегодня пятница, и мне кажется, что все решили выйти на улицу погулять именно в это время. Смотрите, какая собачка, красотулечка.
Не знаю, почему фонтаны не включают. Но, возможно, чтобы дети не бегали и, ну, как бы не соприкасались друг с другом. Возможно, и так. Ну, много людей, очень много людей. Понятно, что я в маске иду. И, ну, сами понимаете, насколько она может защитить, но все равно хоть что-то, хоть как-то. Понятно, да? Ну, смотрите, ну, вот это опять вот продают эти духи. Вы знаете, мне хочется просто, конечно, оригинал. Я же даже не сомневаюсь, что это бы оригинал. Вот целый, всюду. Вы знаете, я когда-то на Лару ходила за работу узнавать, тоже ходят по Ларе, не по Ларе, что я говорю? Да, по Ларе, между отелями. Ходят, продают эти духи. Ой, смотрите, в аксессуары сколько. 5 лир. 5 лир, это то, чтобы 5 лир. В середине я вижу 10, 12, 50, 7,5 лир. Вот такие цены. То есть, мне кажется, не подняли цены. Ну, конечно, было и по 3 что-то. Нет, маски всегда было по 5. Тут уже подороже магазинчик, конечно. Мороженое, кругом мороженое. Мороженое, пирожное. Тоже всякие. Мне кажется, вот эта улица часов и аксессуаров. Ну, больше все-таки аксессуаров. Часов еще не так много встретишь. Видите? И на обратной стороне опять же такие очки, аксессуары, сладости. Я снимала, когда 2 месяца назад. Я не знаю, так время быстро летит, что я уже не знаю, сколько месяцев, когда мы на карантине сидели, потом, ну, короче. Базар, ну почти никого нет, это не, вот машут руками, представляете, даже надо было сдалека увидеть. А где попугай? Куш нерде? Ичерде. А, ичерде. Я говорю, а где птичка? Он говорит, в середине. Вы же помните, здесь попугай все время чирикает. Так, что на всю улицу слышно. Смотрите, этот фонтан работает, а тот нет. Берлин Донер здесь, кстати, ну буквально месяц как открыли. Он в Анталии вообще где-то с зимы. Помните, я вам фестиваль снимала возле Тарасити зимой? Есть у меня плейлист Vlogmas, можете посмотреть. Вот тоже там есть, ну там прикольно. Смотрите, опять новое платье, Modeline. Все менять, не стоять на месте. Ну, кстати, со всех магазинов Modeline это самый красивый у них. Все. Иногда, вы знаете, люди просто едут машины, люди переходят. Я иногда думаю, вы откуда вообще приехали? Вот по барабану. Потому что здесь как бы маленький такой, да, движение очень медленное. И иногда люди думают, что не надо ждать, чтобы проехали машины, можно так идти. Красота, вы посмотрите на всего пупсика. Главное в машине. Все, видите, машины застряли. Зеленый включился, но они не проехали, потому что там пробка. Да. Вечером, конечно, здесь, не знаю, почему они сюда едут. Там верхняя дорога, все-таки под мосты есть снизу. Там раз-раз-раз ты просто пролетаешь. Так, курс доллара-евро. 7,109 это чтобы сдать. 7,445 это чтобы купить. 8,355 это чтобы сдать евро. Ой, кстати, смотрите, не блымает, вам видно. И чтобы купить 8,735. Очень упала лира, очень. Так смешно пишет no commission. Ты так понятно, что no commission. Это я сказала спасибо, потому что ребенок, видите, духи продает, ты шикля. Йог-йог-йог, сау, бендевар. Бендевар. Сау. Да, я Дольче & Габбана напшикалась. Я, конечно, буду этим пшикаться. Да, есть подделки, очень хорошие, духов. И вы понюхаете и скажете, это оригинал. То есть его ничем не отличить. Юля, зачем платить больше, если вот можно купить эту подделку? Ну, потому что вы не знаете, с каких компонентов составлены эти духи. Вы не знаете, как это на печень может влиять. Как на головной мозг. Если дорогие духи, там все вот эти вещества проверены. Если это подделка, кто вам даст гарантию, что это проверено? Никто. Да, есть, например, духи LC Waikiki, которые продают. Де-факто, наверное, если не помню. В Заре, кстати, неплохие очень духи есть. Это их фирмы, это их как бы компоненты, они проверяются. Они дешевле намного, можно подобрать очень хорошие запахи. Но подделку оригиналов я бы вам не советовала покупать, потому что вы не знаете, как потом это на вашем здоровье отобьется. Нет, понятно, что цены будут большие проблемы, чем вирус, который сейчас гуляет. Я шучу, черный юмор. Но, не знаю,
Купите, если дешевые хотите, лучше купите в таких вот марках, где реально не проверили это. А если оригинал, то уже в Duty Free. Ну или в их магазинах, конечно. У нас в Маркантале были оригиналы, но что-то закрыли, видимо, не пошло. По-моему, возле Леки осталось. Но все равно, знаете, если вы будете лететь, мне кажется, все-таки в Duty Free, ну, более лучше, как бы, ну, гарантии больше, что это оригинал. Я не знаю, что там возле Леки. Понимаете, я сертификатов не видела. Дедушки, как всегда, даже что-то сегодня порасходились раньше. Выбор обуви меняется, кстати. А может и нет, не знаю. Потому что я вроде снимала, не было такого. Но у них каждое утро вот коробки приходят с обувью. Может то же самое, может другие модели. Ну, большой этот магазин. Реально. Ну, я почему-то в последнее время, ну, не сильно находила что-то качественное. Ну, мне, в принципе, ничего там и не надо. У нас что надо? Сандали. Все. Сандали. Сейчас, конечно, поспокойнее. Не так, не такая толпучка, как 5:30. Который час? Сейчас, наверное, где-то 7:30 или 7. Мороженое опять. Вкусное, неплохое. Но я что-то магнум больше люблю. Но со турецкими сладостями, юнифе, вот такое мороженое очень классно идет. Скажи, Юля, нам и так идет. Там мне тоже, если я голодная, мне все идет. Столько детской обуви, пупсики. А, кстати, в этом здании, видите, мы прошли, я вам забыла показать, там тоже очень много обуви. Понятно, сейчас лучше экономить, потому что непонятно, как сработали. Но если сандалики у ребенка порвались, то понятно, что их надо купить. Босиком ребенок не будет ходить. То есть самое необходимое, естественно, надо покупать. Никуда ты не денешься. А такое, что может подождать, может подождать. В принципе. Для Тубы непривычно, да, что так мало людей. Ну, как бы. В большинстве случаев тут все-таки туристы, потому что местное население, ну, такие сладости. Вот смотрите, видите, какая красивая. Вот такие платьишко. Такая жилеточка. И такая масочка. Тоже все подходит. Ой. И, кстати, они очень долго были закрыты, этот магазин. Вы видите, сколько людей, да? Полно. Полно людей. Мне кажется, в большинстве случаев они все-таки сдают. А может, покупают. Вот эти браслеты, я вам когда-то рассказывала, их дарят на свадьбу. Чем они хороши? Они 24 карата. Ну, иногда, может быть, меньше. Но вот за сколько купили, вы, в принципе, за столько и продаете. Там может быть, ну, малюсенькая разница, но из-за того, что золото всегда поднимается в цене, то есть это самое лучшее вложение. Не вот это, нет, не вот это, потому что вы знаете, что, ну, они столько не дадут, тут больше за работу идет. А вот это 24 карата, ну, вы спрашиваете, в разных магазинах по-разному, может быть и меньше. Оно всегда в цене. И вот это, когда дарит на свадьбу жене, это ее. Она может его продавать, а может держать и распоряжаться, как она хочет. Это ее личное. Не семейное, это личный подарок жене. Если она уходит с этим. Если оно было на ней в тот момент. Поэтому они когда-то ходили всегда в золоте. Сейчас, конечно, такого не делают. Может и зря. Я шучу, конечно. Представляете, я вот так все браслеты бы надела на руки и пошла бы. Это нереально, это очень жарко. 24 карата, это, насколько я понимаю, самая высшая проба золота. Выше больше нет. То есть пересчитайте, по-моему, по-нашему это будет 980-я проба, да? Я же такие, знаете, профессионал. Мне нужно ватные диски купить, я их куплю завтра после литургии. Потому что, ну, вы видите, сколько людей. Понятно, я не пойду сейчас в толпу. А утром никого нет, себе спокойно заходишь. Ну, я стараюсь вообще не заходить, но ватные диски закончились. Глаза надо чем-то стирать. Можно, конечно, мыть мылом. Глазки тоже хорошо, если не купили ватные диски. Но иногда, например, я должна сейчас наносить стойкую помаду на губы. Потому что если я наношу обычную, я снимаю маску,
И вот эта вся помада, все у меня на лице и на маске. Понимаете, как удобно, какая красавишна. Поэтому я стойкую и по-другому, чем специальным раствором, который нанесен на ватку, я не могу смыть никак. Вот вы все ватите. Вот заходите, там тоже духи. Но правда, вы все ватите. Я не нюхала духи. А может нюхала? Я в обзорах уже все, что хочешь, знаете, попробовала. Я не помню просто. Но мне в Заре просто понравились. Там в Заре такие очень нежные. Или стойкие, я не скажу. Потому что спасибо всем, мне дарят оригиналы. Спасибо большое. И поэтому у меня не было возможности еще себе купить.